сороковым номером защитник Кирилл Лемен, поскольку нет заявки другого финского игрока. Но это первая шайба в воротах Витязя. Большинство «Авангард» реализовал за 3 секунды. Много говорим сегодня про финнов, но вот финны забил. Оливер Каски, мощнейший бросок после вбрасывания, и шайба попадает в верхний угол. Друзья, привет всем, кто только что присоединился к нашей трансляции на канале КХЛ Prime. Мы довольно поздно вывалились, но «Авангард» уже успел забить спустя примерно 15 секунд после начала этой встречи. Вот такое вот большинство, и буквально за 3 секунды использовали его «Амичи». Был мощный бросок издали, и мне кажется, здесь мог даже иметь место рикошет. Да, действительно, был рикошет, и очень сложно было Сапрыкину среагировать на этот рикошет, потому что...